видно хорошо? Все видно. Этот видно? Кого? Кого вот этот? Ты не в него показываешь. Нет, вот это так, вот так, вот так. Вот так. Не. Или пушку или саму. Вот так прям встать, под пушку, или вот так вот рядом встать. Ты отсюда будешь снимать. Не, так бутылки в дупле торчат. Да, 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 да. Давай вот так. Нормально. Да, так видно, что пушка? Видно, видно. Давай, поехали. Задрожала, покачнулась, упала небо на землю. У кавказского кинжала рвутся стальные нервы. Десантная рота, русские парни под прицелом пулеметов. У солдата много причин до смерти любить работу. В глазах сержанта вечности миг, его ответ рука на курок. Сквозь лай минометов бьет чечетку затвор. Валькирия в белом дает свой урок. Дает свой урок. Шалит зеленка, сколько их, черт возьми. Они прут от границы, тяжел их напор. Псы Хаттаба жаждут крови Чечни, но здесь русские парни, им кость в горле, упор. Сотня против 500, на каждого по 4 с лихвой. Не успел окопаться младший сержант, за просчет генерала платит он головой, платит он головой. Лихое дело, пуля в живот, вырвал чеку, ключ от райских ворот. И духу, который к нему подойдет, он скажет: летим, ну вот, летим. Журавлями в облаках растает взвод, и эхом в горах. Летим, ну вот. Задрожала, покачнулась, упала небо на землю. У кавказского кинжала рвутся стальные нервы. Десантная рота, русские парни под прицелом пулеметов. У солдата много причин до смерти любить работу. Есть такая работа.